Их конек работал с населением. Участковых Щелковского района поздравили на торжественном вечере в Доме культуры «Медвежьи озера». Сотрудников полиции, показавших заметные результаты в службе, отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. Мир меняется настолько быстро и стремительно, что меняются и все составляющие гражданского общества. Не меняется только структура милиции, полиции, для которой базовая составляющая работы, фундаментальная составляющая часть работы – это, конечно, служба участковых уполномоченных. Поздравляю вас с этим вашим праздником. Хочу, чтобы в этот праздник вы почувствовали гордость за свою профессию. Вы стоите в основе всей системы Министерства внутренних дел, которая общается с людьми, с населением. Ежедневно люди идут к вам своими бедами, проблемами, с консультациями. Поэтому прошу вот сегодняшний день, пользуясь праздником, попросить вас одно, чтобы вы во время своей службы не черствели к чужому горю. Участковый уполномоченный полиции владеет очень широкими полномочиями. Перечь составляет около 90 пунктов. Также участвует дознавателем в уголовном процессе. И, конечно же, эффективность работы службы зависит от населения. Чем плотнее работает с жителями, тем меньше преступлений на конкретном участке. Работа совершенствуется, что все приходит немножечко в другой вид, более уже в электронном виде участковые работают, отходя от бумаг, от бумажных работ. Но их не становится меньше, заявления граждан поступают, численность населения растет. МУМВД России Щелковская оценивается удовлетворительно на фоне Московской области. Значит, мы занимаем достаточно хорошие ведущие места, это там, ну, в первой двадцатке мы стоим, из 48 районов. Среди награжденных на торжественном собрании победитель районного этапа всероссийского конкурса «Народные участковые» капитан полиции Дмитрий Понизов. С 2010 года отвечает за общественный порядок в Солнечном и РТСе. Без внимания участкового не остается ни одно, даже не то, что преступление, сообщение или происшествие. Поэтому, соответственно, мы участвуем везде. Все, что связано с жизнедеятельностью микрорайона, с его внутренним миром. 21 век, век технологий, есть возможность установки как камер дополнительного оборудования, так и общения с помощью интернета, общедоступных баз. Сказали спасибо за службы главы поселения. Работа участковых за городом – это еще и разъезды. Даже если в поселке все спокойно, жители района могут быть уверены, справиться с правонарушителями поможет участковый. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».